Начнем с происшествий. Автор этого видео стал свидетелем аварии на трассе под Марксом. На дороге столкнулись два грузовика, в итоге асфальт оказался усыпан коробками с печеньем. Это видео тоже сделано в дороге, но в салоне пригородного автобуса. Автор возмущается, хотел ехать по правилам безопасности, но не смог даже пристегнуться. Ремни не работают, тупо не фиксируются. А вот герои этого ролика, наоборот, в поисках адреналина. На мотоциклах молодые люди устроили гонки без правил. Житель заводского района снял на видео опасные игры местных детей. По словам автора, они лазают по газовой трубе, которая вот-вот оторвется. Конструкцию до сих пор не закрепили к стене. А это центр города и спектакль одного актера. Именно так подписал видеоавтор. Молодой человек устроил на площади Кирова импровизацию с мультиваркой. Может, проиграл спор, предположили подписчики. И в завершении красивые кадры от любителей активного образа жизни. Так проводят осень саратовские подводные охотники. Добыча тянет не на 1 килограмм.